Приводя ребенка в школу, не забудьте батарейки. Экологи ждут от каждого учебного заведения по тонне опасных отходов. 603-я школа встречает свой первый официальный эко-бокс. Проект «Задавайте батарейки правильно» пришел и в Купчино. Он включает в себя просветительские лекции, конкурс плакатов и соревнования за звание самой экологически активной школы. Помогать в этом своим детям будут родители и не только. Наша редакция тоже решила принять участие в акции. Вот наша коробка батареек и аккумуляторов. Наш нескромный вклад далеко не самый большой. Многие приносят батарейки целыми пакетами. По результатам предыдущих акций были собраны несколько тысяч штук. А именно 39 тысяч штук. Столько всего за три недели набрали ученики одной из школ Василеостровского района, где тестировали проект «Сдавайте батарейки правильно». Перегонят ли своих ровесников купчинские школьники, будет известно в середине мая, когда содержимое эко-бокса увезут на утилизацию. Все батарейки будут вывезены силами комитета по природопользованию на официальный пункт накопления на Волхонском шоссе, а затем на завод в Челябинске, где они будут утилизированы именно так, как нужно. Кстати, за год в Санкт-Петербурге собирают 49 тонн батареек, а от одной школы организаторы акции рассчитывают получить не менее тонны. Тем более, что жителям теперь не придется выискивать адреса главных пунктов приема опасных отходов. Брендированные коробки установят в 15 школах Фрунзенского района, а до конца года они появятся во всех общеобразовательных учреждениях города.